Ну что ж, привет всем и добро пожаловать, с вами Алекс Мужнок, это геймплей Ностальгии, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed. В прошлый раз мы прошли блок 3, и сегодня мы возвращаемся в блок 2 для того, чтобы выполнить несколько новых заданий. То есть никак не новых заданий, а второстепенных, там спасти жителей, украсть что-то. Вот, да, мы сегодня это с вами и начнем. Ладно, блок 4 мы начинать не будем, тут нужно уже 3 убийства сделать, вы представляете? То есть раз нам в блоке памяти мы всего лишь там храм какой-то... проходили. В блоке нам нужно было предатель и Тамира выполнить, а в блоке 3 нам нужно было 2 убийства, и здесь нам нужно аж 3, наверное, мы готовы убийства. Начать. Выберите там... участок памяти для загрузки. Я знаю. Уже, она меня бесит. Так, это, кстати, самый большой блок памяти, потом идут маленькие уже, по-моему, и дополнительные воспоминания. Итак, ну давайте, да, в блок памяти 2 возвращаемся. Довольно тянуть. Загружайте память, мистер Майлз. Перезагрузить память. Ну, мы не все выполнили. Готовы приступить к работе? Они нам там болтают. Давайте, да, блок памяти 2. Возвращаемся. Запускайте память. А, блок памяти полон? То есть что, возвратиться для дополнительных второстепенных заданий нельзя? Да, я не думал. Я не думал. Окей, ну все тогда, блок 4 тогда, я уж ничего тут не могу поделать. Начинаем это мы... программу, Дезмонд. Это мы с вами так проходим игру, я тогда, наверное, буду расследование полностью проходить. Что ты поделаешь? Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро добить врага, которого бросили на землю. Спасибо. Меня разочаровало сейчас вот это вот. Подойди, Альтаир. Так. Пока все идет хорошо. Трое из 9 мертвы, и за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Уильям Монферрат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так класс. Мы сможем понять намерения врагов. Что это у нас там? Перчатки какие-то, да? Вы будете этого заметить. И будь осторожней, Альтаир. Три, видите, твои он три действия птицы взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Три убийства из 9 выполнено. ДНК-синхронизация усилена, и нам достались... Получена новая способность схватиться за уступ и получена новая способность выйти из захвата. Можете притрениваться во дворе. Окей. Как бы сказал Вася, спасибо, мам, вернусь к ужину. Я все эта шутка так и не вылетает из головы. Итак, а вот я, кстати, не могу понять, а что вот вы, если выйти назад, да? По задней стороне. Интересно, да? Я так и не выходил на заднюю часть. Двора. Все выглядит так более... О, флаг!
Один флаг из Масиафа, 3 из 20. О, еще один флаг. Можно, кстати, здесь собирать флаги, это очень удобно. 4 из 20. Ха-ха. Мне это очень нравится. Может, сегодня флаги будем собирать в четвертом блоке в Масиафе. А что, неплохая идея? Раз второстепенные задания, типа «Помоги жителю» не работают в и нельзя возвратиться в предыдущие, так сказать, блоки памяти, чтобы все это выполнить, то приходится делать так, а что еще? Его нужно остановить, пока он не расшибся. Так останавливай. Опять. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Там еще один флаг я видел. Выйти из захвата. Нажмите кнопку 1 и удержите Shift. Когда враг пытается схватить вас, чтобы выйти из захвата и оттолкнуть противника, нажмите А, чтобы драться. Ух ты! Класс. Работа мастера. Понимаю, у тебя много дел. Все. А, хватит. Поняли теперь, как это делается. Ой-ой-ой, сколько тут у нас анимусов обучения. Выходим. Понимаю, у тебя много дел. Где я видел? Флаг. Извините-ка. Простите. Ладно, флаг. Пять из 20. Меня это уже начинает радовать. Скажите, зачем он это делает? Так, круто. Выберите место назначения. А куда нам отправлять? А, нам нужно задание выполнить в таких местах, как Дамаск, Акра и Иерусалим. Королевство. Еще и королевство какое-то. Ну, давайте, значит, первое стоит у нас Дамаск. Отправляемся в Дамаск. Окраина или бюро? Давайте сразу в бюро. Я понял. Мы же возвращаемся в эти города, и мы постепенно можем выполнять задания. Ведь так? Давайте выполним окраину. Классное перемещение. Если я не знал, вас что так обнаружили, действует. Сбежать будет легче, убив нескольких преследователей. Выполним сейчас второстепенное задание немного. Так, окей. Класс, класс. Так, тут у нас ученые должны быть. Так, давайте пройдите-ка меня. Долго не проводят так меня, это прям вообще прям уснуть. Подходите, подходите. Итак, мы выполним продажа. Немного второстепенных заданий и придем в бюро, чтобы выполнить первое задание в четвертом блоке. Я теперь понял, где что и как. Ну, где собирать флаги, где все такое. Поиски закончены.
У меня есть все. Мы же вас постепенно возвращаемся в эти города, чтобы заново что-то проходить, верно? Верно. В каждом городе есть свои спасатели там. Спасатели говорят. Простите. Кашель. Может, ты ничего не поделаешь. Валерия. Спасибо. Ну что, на башню, да, забраться? Здесь пожалуйста, хватит. Мне больно. Окей. Нет, это не башня. С дороги! Нет, дороги. Гнусный и неверный! Чёрт. Я кого-то убил? Сука. Ай-яй-яй-яй. Спасибо, сынок. Все. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Слева. Слева, на вот это. Новые времена настали. Три жителя спасено. Ужасно. Вот этот вот колыхался только что. Так смешно было. Я же его убью. Блять. Я не могу. Я честно. Фак. Это так вообще. Прям так стрёмно, знаете. Так, а что нам дальше-то? Тут у нас вода. Ой-ой-ой-ой. А это я не предполагал, у нас ассасин плавать не умеет. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Сюда, надо показать тебе весь мой товар. Здесь все, что нужно. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Ох, ты меня. Будь проклят христианский король и его армия. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то не пошли против воли Бога. Эй, ты, да ты, подходи, посмотри мой товар. Смотри, куда идешь. Так. Слава Салахаддину. Он нашел себе силу. Вон вышка. Надо на вышку забраться. Ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Зачем он это делает? Все, что тебе нужно, я уверен. Что же там это его убедись? Да, вот задание. Что он делает? Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят. Чего тебе надо? Умри, неверный, умри. Беги, пока можешь. Окей. Тебе не уйти, неверный. Ой-ой-ой, как жестко-то было. Ух ты ж, как классно-то сейчас было. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Сразу троих подряд. Это здорово. Это прям просто, ну, мега. Что это? Покажись. Что он делает? Кто? Кто это сделал? Так, мы забираемся на вышку.
О, нет. Что случилось? Давай потихоньки, потихоньки забираемся. Ну и видели, какой я сейчас прям эпик сделал вообще? Прям как в боевиках. Вот прям раз, два, три. Такое быстрое убийство троих сразу. Это нечто. Так. Фига тут высоко, да, забираться? Ужас. Это высоко. Ага, вот. Класс. Мы залезли, наверное, в одну из самых высоких, наверное, башен вообще в Дамаске. Три из девяти. Ну так где же ты? Какой кошмар, бедняга. Синхронизация других целей 6 из 15. Она всемогущая. А? Покажись! Синхронизация других целей. Так, что у нас близко находится? Здесь спасти горожанина, здесь и здесь. А, и все, и вот в двоих двух местах надо спасти горожанина. Пойдемте-ка в ту сторону. Кто? Кто это сделал? Зачем он это делает? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Кто? Только сегодня. Скидки на все товары. Сюда, подходи. Вот тут надо спасти горожанина. Это больно! Ты умрешь здесь! Умри! Ай-яй-яй! Не уйдешь! Класс! Давай, давай, ну ты чего? Класс. Сработано, супер. Класс. Ах, ты ж молодца. Я привык к этому геймплею. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Пошлите за подмогой! Как остановить? Я! Стойте на месте, братья! Безумие! Остановите их! Беги, мы разберемся с ними. Класс. Ты не сможешь бегать вечно. Где ты прячешься? Тебе не стоило вмешиваться. Они нам помогают. Как супер. Они должны прекратить, а я пострадал. Супер. Так, мы спасли еще одного горожанина, и нам надо еще одного спасти, это вот здесь вот. Сука, как же меня перечить-то. Так, здесь теперь давайте спасаем горожанина. Мы, наверное, в этой миссии будем вечно спасать горожанина. Все, окей, сматываемся отсюда. Как нас снова не заметили. Английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один. Что-нибудь приглянулось? Скачет им навстречу, чтобы остановить их. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Я пойду в этой стороне. Так. Чего это он так торопится? Это больно! А, тебе не следует! Умри, неверный! Все. Хорошо, что ты так вовремя. Как мы резко все выполняем. У меня 60 FPS показывает. Какой его душ? Супер. Какой кошмар. Спасибо! Так, там на нас кто сейчас нападет. Готовимся. Подходите, подходите. Большая распродажа. Стража! И выбрал не ту сторону.
Ты выбрал не ту сторону. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Все с дороги. Ты выбрал не ту сторону. Ты от меня не уйдешь. Лучшие товары во всей стране. Ты выбрал не ту сторону. Такая рука из-под этого высовывается. Ты правда очень мудр, но раз решил оплатить... Ты выбрал не ту сторону. Ты от меня не уйдешь. У меня много разных товаров, даже слишком много. Давайте, бежать тебе некуда. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. Так, окей. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. О, похоже, ты точно знаешь. Да, здесь спрятался. Я люблю таких клиентов. Если устали от низкокачественных товаров... Я вижу его! Вон он! Мой товар! Все. Подходи, посмотри мой товар! Куда у нас еще вышки? Вышки. Тут он большой так-то район, если посмотреть по объему всего места. Так, ну да ладно. Где мы сейчас близко находимся, чтобы пойти? Вот давайте, вот здесь точка обзора у нас, да? Сюда пойдем на точку обзора. О, ты выбрал правильное место! Нет, друзья мои! О! У меня много разных. Что-нибудь приглянулось? Где найти товара лучше? Уверяю тебя. Нашли мы флаг. Что довольно нас наводит на мысль, что вышка вон она. Добрый день, дорогой друг. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Ага. Забираемся на вышку. Знаете, мне что-то в последнее время я привык играть в Ассасин, что мне стало легко в последнее время вот владеть вот клинком и лазить по вот этим вот крышам. Я освоился в игре, и довольно-таки я рад, что я могу играть спокойно, без уже помощи Василия Балабанова, который, к сожалению, пока нету в нашей игре. Так как сейчас в Frost или Фабрика его нету, потому что идут праздники. Ну, Хэллоуин, там, День народа единственный, это я в это время как раз снимаю. К сожалению, я его не могу найти. Итак, бедный район, 4 из 9. Выполнено заданий. Итак, ну что, в бюро, наверное, пойдем. Что-то понравилось. В бюро. Ага, у нас еще одно место, где надо спасти горожанина. Я что-то на это как-то не повел внимание. Большая распродажа. Все, что нужно. Еще надо одного горожанина спасти. Побежали. Умри, вор! Уходи! Почему ты так со мной? Что я сделала? Ты умрёшь здесь, сейчас! Страшно, скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Я тебя поймаю! Давай! Умри! Ох ты ж, как классно мы сработали. Спасибо. Все. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Смотрите, как он там шевелится, мне как-то интересно смотреть. Так, это наши помощники. Они нам помогают в случае что. Так, я вижу, у нас еще одна вышка. У нас тут осталось, я вижу, 6 вышек. А, это получается 5 вышек только в бедном районе, вы представьте себе. Еще целых куча вышек еще в богатом и в простом районе. Довольно-таки много.
Я не знал, что у нас тут все по районам разделено. Довольно-таки довольны. Долго все выполнять. Так, я вижу у нас там. Туда залезать. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Окей. Вон она вышка. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможности сделать это. Залазим. Этот город наш. Он всегда был нашим. И наш. Залазит именно по бакушке, потому что буквально-таки это легко сделать. По бакушке сразу залезаешь и считай, ты достал до конца. Будьте бдительны, друзья. Чуть не спрыгнул. Чуть не спрыгнул с вышки. Случайно так вышло. Класс вообще. Блок памяти. Обзор завершено. А, посещено точек обзора всего 5 из 9. В бедняцком причем районе. Дабы предупредить вас, если Ричард захватит синхронизация других целей 11 из 15. Он войдет в Иерусалим. То есть, чтобы хотя бы что-то сделать, нужно выполнить 15 целей. И что у нас наводится на мысль? Еще одного горожанина спасти. Мы сегодня спасаем горожанина. Я же говорил, что мы сегодня проходим Дамаск в блоке 2. То есть блок 2 у нас был Дамаск, как вы помните, да? Землю, вот, и поэтому мы проходим второстепенные сегодня миссии. Ты меня раздражаешь. Трагедия, грязный вы. Воришка! Увидишь, Руди! Руди, невеста! Слава богу, ты спас меня! Весь город узнает. Смотрите, о твоем как он валяется. Все, 8 из 12 только в бедняцком районе было. Горожанин спасен, это я знаю. Что у нас это в королевство? Не понял. А, это выйти вообще из города. Я не собираюсь выходить из города. Точки обзора. Еще две точки обзора, но я думаю, мне их не важно проходить. Так, куда же нам пойти? Куда же нам пойти? Две точки обзора. Бюро ассасинов. Наверное, перекочуем сейчас в простой район, что ли? Давайте, да, точку обзора все-таки пройдем, потому что не важно, что она тут стоит, но она тут стоит. Внимайте мне, граждане! Смотрите, вы остались недовольны! Низкокачественных товаров! Так. У меня много разных товаров, даже слишком много. Вышка вон какая необычная, да смотрите, типа башни. Интересно. Интересная вышка. Башня прям жестковая. Так, сидят тут коршуны. Тихо, тихо, тихо. На нас чувак засмотрел, сейчас мы его убьем, кстати. Я!
бамс. Что у нас еще открылось? Я же говорю, пока ничего не открылось. Требуется расследование, чтобы открыть по убийству. Так, расследование завершено 0 из 6. И для завершения взбирайтесь на точки обзора. Так, ну что у нас? Тут все выполнено, тут идет уже простой район. Простой район. Английский король и его армия. А, так подождите-ка, простой район даже не открывается еще, представляете? То есть он закрытый для... В настоящее время нет доступа к памяти. Я теперь понял, мы, получается, почти все здесь вот прошли. Так, давайте еще вот одна вышка, да, я вижу, вот еще одна вышечка есть. Еще две даже вышечки, сейчас мы их пройдем быстренько, и получается мы здесь все цели пройдем. Пройдем, точнее. Английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу. Господин, у вас такой вид, будто... Люди, подходите, посмотрите на мои... Он, похоже, спешит. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Куда это он пошел? Может, за ним гонится кто-нибудь? Похоже, он куда-то спешит. Так, залезаем сюда. То, что можно. Вон, я вышку вижу. Вижу вышку и вижу даже вторую вышку, если что. Да, все правильно. И вон вторая вышка, вон она чуть подальше. Мне как раз на нее тоже бы забраться не помогало бы. Класс. Предпоследняя вышка пройдена, и получается, я сегодня прохожу весь богатый район, и потом после этого могу отправиться спокойно в бюро ассасинов. Здорово. Последняя часть пройдена. Ух ты, даже видно теперь башенку в богатом районе. Можем пойти разве в богатый район, если он нам разрешает это сделать. Там, ну, зачем ему это? Выполняя свой долг, бабушка. Я стою вот перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Так, последняя башенка, забираемся на нее. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Все, последняя башня пройдена. Я открыл всю карту в этом районе. Посечено точек обзора в Бедняцком районе 89. Вох ты, у нас еще два спасти горожанина открылось, оказывается. Вот здесь вот, он здесь. То есть, значит, я теперь максимально могу открыть богатый район. Окей, еще у нас две стороны. Давайте сюда сначала пойдем. Потом как раз по пути в наше место, да, в нашу вот базу ассасинов мы придем на наше место, чтобы взять задание. Итак, ну все, давайте, побежали. Побежали. Он, похоже, спешит.
Прекрати, ты делаешь мне больно! Не трогай меня! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязана тебе свободу. Все, прошел. Спасти жителей из 9 из 12 всего, прикол. Всего 9, только из 12. Значит, я еще где-то здесь еще целая куча. У нас еще одна точка обзора есть. В смысле, еще одна точка обзора? Я же вроде все прошел. 15 из 15. Или это она заново открывается, что ли? Странно, когда игра подействовала сейчас. Здесь я точку обзора тоже открывал. Ну да ладно, неважно. Там... Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль. Грязный воришка! Увидишь, смотри, тебя трубят руки! Что он делает? Ха! Сюда! На помощь! Вор! Грязный вор! Тебе что-то не пишет? Неверный! Сейчас ты умрешь! Я! Ах ты! Какой-то появился чувак, который меня бьет! Ах ты ж, блядь! Ну ладно. Хватит бегать, чтобы не уйти! Тамплиер это был, кстати. Знали? Ах да, супер. Что? В смысле активация? Где она? Блять. Я ее что, убил случайно, что ли? На помощь! Помогите! Заебись. Грязный вор! Оказывается, я ее не до конца прошел. Отстань от меня, я ничего не сделала! Ага, да, реакция. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Зачем ты так сделал? Чем я тебя... Да приняла! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! О, что это было? В Минятском районе еще одна спасена. Как же все это мне немного начинает надоедать. Сколько тут еще все проходить? Еще одна точка обзора. Ну, пойдемте в точку обзора, блин. Здесь же была пос... В смысле? А, это богатый уже. Богатый район пошел. Да проклянет Аллах того... Он кого-нибудь убьет. Еще одна точка обзора. Куда это он? Он, похоже, спешит. Раз это надо сделать. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если слишком много, захватит яху, может тебя заинтересует этот лупец. Почему он несется, как угорелка? Он, похоже, спешит. Ну, помогите же! Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Это люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам... Своим не поверите! За это ты поплатишься жизнью! Где она? Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Умри его! Прекрати! Ты делаешь мне больно! А, наверное, пока я, наверное, не залезу вот на эту вот вышку. Меня на глазах!
За это не стоит ему так лучше, да? Тебе не пени найти. Я, наверное, пока не залезу на вышку, она не сделается. А. Пусти меня. Вор! Грязный вор! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Почему ты так? Да, я, наверное, пока не залезу, потому что в тот раз, помните, я не прошел там подслушивание. То есть, пока на вышку не залез, там подслушивание было. Вот так вот. Так что надо сначала на вышку, а потом уже завершить это задание. Где оно? Где оно? Грязный воришка! Увидишь, тебя трубят руки! Вор! Грязный вор! Фу, последняя вышка в Бедняцком районе. Я очень рад. Надеюсь, это последняя вышка в Бедняцком районе. Обзор завершен. Опасили все точки обзора в Бедняцком районе Дамаска. Конец-то, блин. А! Вор! Грязный вор! На глазах! За это ты поплатишься жизнью! Так, смотри. Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро... Я сейчас нахожусь. Вор! Грязный вор! Грязный вор! Вор! Грязный вор! Грязный вор! Вор! Я же самому смешно стало. Грязный воришка! Вот вина! Видишь, тебя трясут! Умри, неверно! Неверный! Я не уйду! Со мной Аллах! Я не уйду! Я! Бога, ты все, спросил. Весь город узнает о твоем подвиге. 11 из 12 выполнено. В Бедняцком районе. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Помогите мне! Нет лучше боговца, чем я. Блин, я же... Сука, сука, сука! Меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Бедняцкий район, спасибо. Это ужасно. Что тут стряслось с твоей Аллахой? Мне это нравится, мне это нравится. Спасибо, Аллах! Тебе не уйти! Это мы разберемся. Приготовьтесь, где? Я поймаю. Неверный! Теперь мы завершим начатое. Это было глупо. Готовь! Вернись сюда! Не верю! Стражника, выполняй! Стражник, куда? Здесь убийство! Аллах на моей стороне! Не верю! Что его так напугало? Все, мы спокойно можем теперь идти до бюро ассасинов, потому что все мы в Бедняцком районе выполнили, и нам это уже хотя бы как-то по душе. Хотя бы как-то мы можем спокойно выдохнуть. И все, да, мы сегодня выполняли второстепенное задание, я буду постепенно так возвращаться к этому. Выполнять, так вот, спасать жителей и все такое. Итак, ну все тогда, сейчас подобежим уже и завершим эту серию. Он нашел себе силы встать на защиту. Естественно, что пока она закрыта. Я нашел его! Вот он! Тебе не сбежать! Покажись! Все, мы выполнили. Всё. Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абу Аль-Нуквот. Что ты можешь о нем сказать?
О, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И все же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Меня не интересует, что говорят остальные. Я просто делаю свою работу. Итак, еще раз. Что ты мне можешь сказать о короле-купце? Только то, что он очень плохой человек, раз Аль-Муалим поручил его устранить. Он вращается среди знати в роскоши богатого района города. Занятой человек, полный замыслов. Если ты проведешь какое-то время среди ему подобных, то узнаешь все, что тебя интересует. И где мне начать мои поиски? На твоем месте я бы отправился в мечеть Амаят и на базар Саруджа, что на западе отсюда. Но на северо-западе находится цитадель Салахаддина, людное место, и раньше там не бывало недостатка в болтунах. Да, эти три места как раз то, что тебе нужно. Спасибо за помощь, Рафик. Я вернусь, когда соберу необходимую информацию. Класс. Ну все тогда, нам надо теперь выполнить необходимую информацию, чтобы выполнять следующее задание. У нас как раз сохранение, а я на этом закончу. Спасибо, что посмотрели, с вами был Александр Маженок. Мы сегодня завершаем задание, потому что мы сегодня проходили второстепенное задание на Бедняцком районе. Спасибо еще раз, что посмотрели. Удачи и до новых встреч. Увидимся с вами уже в следующих сериях. И мы будем уже в следующий раз выполнять следующие такие вот задания. Только вот где они, кстати, находятся, я так и не понял. Заметили, да, вот наблюдатели. Вот точка обзора, кстати, вот сюда надо будет в следующий раз пойти. Будем в следующий раз искать это место, где можно что-то подслушать. Ну и все, это, значит, надо будет где-то в богатом районе. Вот так вот. Ну все, на сегодня все. Пока.